Всем привет! Это обзор комбинезона Изи бренда Керри. Выполненный из ткани Active Plus с водоотталкивающим покрытием. Внутри утеплитель Керри Фил 330 грамм. Задний шов проклеен. Хорошие показатели водонепроницаемости и паропроводимости. Спереди капюшон застегивается на липучку. Отстегивается с помощью кнопок. Искусственный мех можно отстегнуть с помощью пуговиц. Внутри мягкая велюровая подкладка. Ветрозащитная планка на кнопках и липучке. Застегивается на молнию. Есть защита от защемления подбородка. Внутри петелька. Велюровый воротник. Внутри подкладка из гладкого полиэстера. Поясная резинка регулируется. На груди светоотражающий элемент. Также на правом плече. Эластичные манжеты с велюровой подкладкой. На карманах светоотражающие элементы. Карманы на молнии. Не сбрючены эластичные резинки. Регулируются с помощью кнопки. Есть съемные регулируемые силиконовые штрипки. На спине светоотражающий элемент. А также внизу брючины. Теплый и удобный зимний комбинезон, в котором будет комфортно гулять при температуре от минус 30 до минус 5 градусов. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Ждем вас в нашем шоуруме и на сайте dinomama.ru.